Всем здорово, любители морды. У нас бой PvP на обзоре. Встретился с 26 рангом. Little Princess аккаунт. Хороший кач у нее там. Встречался я с этим игроком на 25 ранге пару раз. PvP-шки сдавался сразу. Ну, теперь апнул 26-й. Наверное, решил попробовать еще раз сыграть. Тут у нас море. Собрали так 50-50. Тут он с тыла позднее взял. Я уже собрал все на землю. И идем в море. В море я делаю вот этого бихолдера, смотрителя. Он у меня 5 класса. Качан на обзоре. Там мало жира, но способностью может помочь. И циклончики добавляем. На море взять ящик, это 26 ранг. Поэтому просто дельты не осилят на первый ящик. Так что надо помощь с воздуха. Так, тащим все сюда. На море тоже так же собрали, думаю, 50 на 50. Вот там я заберу. Он не успевает. Да. И уже циклонами помогаем, добиваем одиночных дельт. Встаю тут на ящик и забираем. Он не пытался. Я очень много наспамил. Он в это время вышел в третий штаб и поставил уже CS-ки, а я только апаюсь. Много я наспамил. Ну и идем. Идем посмотрим, что он там, чем занимается. Тут нападаем. Вижу, что вышел Серафим. У меня даже намека на Серафима еще нет. Так, собираем дельт в кулак. Тут активку я не кинул. Я вообще с смотрителем играть еще не привык. Использовать активку в начале. Ну, вроде бы Серафима хорошо покоцали, дельты добили. Ну и уже нападаю на этого Серафима, у него мало хп. Еду за ним. И давай. У него и вертексы есть, уже появились. Он идет сразу в четвертый штаб, я вижу. Добили этого Серафима кое-как. Герои у нас одинаковые, насколько я помню. И пытаемся сломать ему аэродром или что-нибудь еще. Переключаюсь на голду, потому что я отстаю. Отстаю, он в четвертом штабе. Я только Серафима произвожу. Так, по море у нас должно быть преимущество, потому что слишком рано он вышел в четвертый штаб. Я производил юнитов. Уже выходим и мы в четвертый. Заказываем четвертый штаб. Пока нету посиков, сделал один тайфун. Одну ПВОшку поставил от Серафима. Вражеского. И уже апаемся. Апаемся в посиков. Будем посиков делать. Вот он тут разведал. Разведал мою базу. Увидел что да как. Тут появляется еще одна точка, я на ней плыть не могу, потому что у него есть вертексы, у меня посейдонов нету. Если подерусь, он отправил что-то туда, у него только 3-4 викинга. Он их туда отправляет, есть прикрытие с воздуха, так что он смело может пойти на ящик. Мы делаем посейдоны. Делаем море, апаемся в Соляриса. Вот вертекс начинает кошмарить уже. Заставляет переключиться на воздух. Пока у меня только первый Посейдон и один тайфунчик есть. Ну, он убивает одного викинга и ничего не теряет. Только хп на вертексе. Так, продолжаем производство, делаем Соляриса. Тут стоит разведка в тылу. Вот
она пригодилась, потому что я увидел Серафима, успел нажать на буст защиты зданий, переключаясь на воздух, потому что тут еще и вертексы. Он там теряет вертексов, да, потерял. Потерял один вертекс и потерял своего Серафима. Завод мне не сломал. Так, дальше копимся. Копим армию. Решаюсь идти в атаку. Сделал и смотрителя опять. Он поможет своей активкой. Так, смотрим, где его флот. Видим, что тут. Делаем строй. И вступаем в атаку. Есть ей. И у меня и у него есть Солярис. Так, я активкой промазал Соляриса. Но от смотрителя сработала активка, и Серафим его очень сильно дамажит. Смотрите, пустил активку Серафима, и нету КП на Соляриса. Так, он атакует вертексами. Но у нас уже 4 посика есть, они не страшны. Этот Серафим тоже, вот он пускает активку моего Соляриса. Но смотритель свое дело сделал. Так, вроде бы перебиваем флот, но у него есть еще и вертекс, и герои. Так что не торопимся, надо скопить опять флот. Все 3 героя остались у нас. И он уже подойти не может. Копим флот. 5 Посейдонов. Переключаюсь на викинги. Хватит 5. Больше не надо делать. Лечим своих героев. Он меня тут атакует авиацией. Очень сильно он мне хочет завод забрать. Получится у него или нет? Получилось. Потерял один вертекс столика. Ну и я завод теряю. Это очень плохо. Если при следующей драке я героев потеряю, то уже будет сложнее что-то сделать. Отсюда разведка доложила 3 Зевсов. Едут ко мне, у меня ничего нету, чтобы это отбить. Есть один тут вот молоток, и ставлю пушку сзади. Выстраиваем флот и атакуем, идем в атаку. Так, опять хорошо использовали активку на смотрителя, и плюс Серафим очень быстро выбивает 3 викингов. Нападает вертексами. Опять промазал соляркой, он им постоянно двигает туда-сюда. И не получается его добить. Вот он посиков атакует. Но флот зато перебили. С этой стороны спамим пехов. И кое-как мы добьем этих зевсов. Так, идем в атаку. У меня на Солярисе очень много хп, у него очень мало. Ему надо осторожнее играть. Вот, опять использую активку. И раз. Давай еще тычку. А, промазал. Еще тычку давай. Все, не достаю. Ну ладно, но Посейдоном я уже убиваю верфь. Да, заказ будет меньше. Тут еще ковыряю этих зевсов. Они мне электростанцию вырубили. Так, остались только 2 Посейдона. Но есть Солярис, есть Смотритель. Надо добить еще одно здание. Тут даже не успел построить. Надо было строить электростанцию. Вот он атакует. Убиваю его солярку и сам свою теряю. Остаются у меня только Посейдоны.
И уже сливаю их в эту последнюю верфь. Надо обязательно сломать верфь, и потом уже, думаю, будет легче. Вот, успеваю ее добить. Слил все оставшееся, весь оставшийся флот. Реконструкции. Ставим потерянное здание. И уже копимся возле базы. Опять тут ресурсы, никто за них не дерется. Жаль, что нету героя у камфы, который мог по морю тоже забрать, как оса или саламандра. Надо плыть чем-то туда. Ну и все. И пока копим армию опять. Строим до третьего уровня опять завод. Посейдона ставлю тут, потому что ПВО мало, а он атакует верфь мне. Успел отменить викинга. Но верфь он мне снес. Так, теряет одного вертекса. И отступает. Отступает. Все, сделали завод третьего уровня. Надо опять Соляриса заказать. И копим флот. Посмотрим, что дальше будет. Ставлю еще одно ПВО, то эти вертексы мучают тут мою базу. И тут вижу, что он обоими героями атакует меня, а у меня нету ни одного героя. У меня только флот. И это уже плохо. Плохо, очень плохо. Плюс у него еще есть и вертекс, он целит электростанции. Вышел Солярис. Стреляет он активкой, стреляю я активкой. Стреляй. Ах, не успел. Не успел. Если дал бы еще активку от смотрителя, то, наверное, этот Солярис сдох бы. Но так не вышло. Заказываем Серафима. Так. Он меня обесточил. Я вынужден сидеть на электричестве, потому что сейчас могут прилететь и вертексы, и очень больно нам дадут звездюлей. Так, вот они. И мои ПВО не работают. Переключаюсь. Он одну ломает. Ломает мне электростанции, ломает ЦС-ки. Я уже реконструкцию заюзал. Дело все плохо. Солярис очень шотный. Ну, жду своего Серафима. Вот он вышел. Все, надо его атаковать. Надо его Серафима добить. Все, добили. Но у меня осталось... У меня электростанции нет. Ресурсов нет. ХП на Соляриса нет. Короче, дело очень плохо. Ну, я думаю, у меня должно быть больше флота. Все это время я копил флот. Он пока построит верфи. То все, то у него должно быть меньше. Иду в атаку по морю. Есть 4 Посейдона. И уже авиация не страшна. Лечим Соляриса, насколько это возможно, сколько успеем залечить. Вижу там викингов, вот смотритель дает обзор, я понимаю, сколько у него флота, плюс-минус. Вижу торпедку, ясно. Тут строим опять свою базу, тут опять два этих Зевсов катятся на меня. Надо спрятать Соляриса, но он тупит, ему негде отступить. Все активки заюзал на этого Соляриса, и он растаял очень быстро. Остались мы оба без Соляриса.
Но флот у него мало. Надо прессовать его. Вот он мне и Серафима убивает, но я пробиваюсь. Вот он тут запутался в контроле. Лишний круг сделал над моими Посейдонами и потерял авиацию. Надо добить все, что есть на море, и прессовать его с моря. Вроде бы все получается. Тут опять ресурсы никто не берет. Некогда. Тут один Зевс меня опять кошмарит. Надо сделать там пару пехов и отбить его. Он будет отвлекаться на них и не будет мою базу атаковать. Все, ломаем теперь, нашу очередь ломать ему базу. Сразу атакую штаб Посейдонами. У него есть Солярис. Сдалека стреляет, отбивает мой флот. Надо успеть уронить ему штаб хотя бы. Сколько хп у... А, он полный. Новый Солярис. Думаю, опять не успею ничего сломать ему тут. Отобьется вот он, как красиво. В линейку стреляет. Но посик это жирная фигня. Их так просто не завалить. Вот мансует. Мансит. У меня Солярис едет уже. Все-таки успел ЦСку сломать, да? 2, 4, 6, 7. Нет, не успел. Так. Едем на него. ПВО есть. Герой есть. Атакуем. Атакуем. Иди отсюда. Иди сюда. На. Вот сейчас четко попал. Все, у него очень мало хп. И штурмуем уже базу с моря. Так, он построил. Тут штаб строит. Авиация. Мало что осталось. И уже добиваем его. Кажется, он тут сдался. Да, он сдался. Я уже контракты делаю. Вот и статистика. Там пару юнитов больше сломал, и это зарешало. Все, всем пока.